Привет, друзья! На заднем фоне стоят школьные автобусы. Все вы их видели в кино, и немногие были внутри. Сегодня будет экскурсия по школьному автобусу. Погнали за мной. Эти автобусы стоят на аукционе, и они продаются. Я узнаю цену, надеюсь, и вам напишу ее в комментариях. Они примерно все одного года. Значит, расскажу, что снаружи. Вот эти огни, красные и желтые, они все мигают, когда он останавливается. По правилам Флориды вы не можете обогнать автобус, если у него открыт вот такой знак. Вот такой знак. Знак стоп, он там на механизме на определенном. Вот такой вот он открывается, он тоже весь мигает. Вы не можете его обогнать ни при каком условии. Даже если здесь еще один ряд есть или еще один ряд есть. Вот. Вы должны стоять ждать. И если вы едете навстречу ему, тоже вы стоите и ждете, пока все огни не погаснут, и он не закроет вот этот знак. Тогда уже можно ехать. И здесь еще надпись такая, что это транспортное средство останавливается на переезде железной дороги. Перед этим переездом. Здесь у него вешается номерной знак. Собственно, дверь для эвакуации. Вот, это светоотражающая наклейка. И еще у них на горбу, вот там, есть такой стробоскоп белый. Он всегда мигает, когда они развозят детей по школам. Так, ладно. Он, соответственно, заднеприводный и, по 4 колеса сзади. 2 спереди, он довольно длинный. Зеркал. Вот тут раз, два. Здесь панорамная. Это я. Так вот он выглядит спереди. Вот эта штанга, она открывается. Ну и получается вот до сюда, вот, чтобы дети не шастали на дорогу. Вот. Они все примерно одних моделей. Вот этот только немножко выделяется. Вот. И вон там еще один вдалеке есть. Ну, собственно, я вам сейчас покажу, как выглядит автобус изнутри. Он дизельный. Надпись. Здесь ступенечки. Здесь у нас знаки аварийной остановки. Все на месте. Так, здесь вот корзина для мусора. Сидушка водилы подпружиненная. Все дела. Так, собственно, рабочее место. Там gas level. Как его называют? Зарядка, мили в час, обороты. Там давление масла и температура. Здесь включение всякого кондея, туда-сюда, свет, руль. Сидуха очень пружинит, очень прикольно. Там всего две педали, газ, тормоз, руль. Вау. Так вот выглядит у него рабочее место. Вон дофига всяких зеркал. Вот. Ну ничего, довольно убого. Это сама ручка. Закрывание дверей. Хиракс. Двери закрываются, за проезд передаем. Хопа, закрыли. Ну и, собственно, салон. Салон, как видите, я 1,82 м, 1,83 м высотой. Так, значит, над каждым сиденьем есть нумерация. Здесь вот один, два, там. А здесь нечетные, здесь четные. В других автобусах есть по-другому. Здесь как-то 1, 1, 2, 2, 3, 3. Окошки открываются вверх-вниз. Ну и, собственно, если я с моим ростом сяду, то как в российской маршрутке я буду сидеть. Вот. Никаких ремней безопасности нет. Ну и все, вот по салону гуляем. Кожзам на сиденьях, emergency выход. И в потолке еще есть. Вот он такой. И все. Такой вот автобус. Ну, для
А, кстати, вот коробка передач. Пойдем покажу другой какой-нибудь автобус. Чтобы все поняли, что они все одинаковые. Ну да, примерно. Да, вот я о чем и говорил. Вот там один, здесь тоже один. Вот здесь, пожалуйста, сидите лицом вперед. Ну и здесь всякие указания. Камера вас снимает, все такое. Примерно все одинаковое. Так что, кому нужен автобус, приходите, выбирайте. Вот еще один сейчас покажем. Расскажем. Да, просто немножко измененная панель. Все остальное, как видите, так же. Здесь вот еще иногда пишут имена детей, кто здесь ездит. Высота у всех одинаковая. Ну и все. Все, будут вопросы, пишите. Пока.